Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И, друзья, сегодня мы с вами уделим периоду, который у нас продлится до 21 февраля. Что это у нас за ретроградный Меркурий? Поговорим о том, что можно делать, что нельзя делать для того, чтобы вы правильно спланировали ближайшие дни недели. Итак, друзья, ретроградный у нас Меркурий начнется в субботу уже 30 января 2021 года и продлится период ретроградного Меркурия почти месяц до 21 февраля 2021 года. Это у нас будет воскресенье. Вы знаете, ретроградность – это движение планеты назад, точнее его видимость, и кажется, что планета пятится, хотя в реальности это не так. Почему? Потому что все планеты через это проходят, но каждая по-разному. Если мы берем Меркурий, то эти дни ретроградности бывают у Меркурия 3-4 раза в год. А вот у других планет могут раз быть в несколько месяцев или даже в пару лет. И в это время, в период ретроградности Меркурия, у всех знаков зодиака могут быть трудности со сферами, которыми покровительствует Меркурий. Это у нас мышление, логика, восприятие информации, коммуникации, путешествия и бизнес. Поэтому что же нельзя делать в этот период, в период ретроградности Меркурия? Этот период не подходит для начинания новых проектов. Их будет сложнее продвинуть и будут возникать всевозможные препятствия или, как вариант, задержки. Также в этот период отложите подписание важных контрактов, договоров. Если вы же это должны сделать, ну вот у вас контракты нужно обязательно подписывать, то тщательно проверьте все детали, именно детали, потому что, как говорится, дьявол кроется в деталях. Не нужно принимать также важные решения в этот период. Вполне возможно, что вы поменяете свое мнение. Также в этот период не совершайте значимые покупки. Впоследствии могут выявиться какие-то дефекты, или вы можете даже обнаружить, что вещь вам не подходит и была не нужна. Ну и влияние Меркурия как планеты коммуникации воздействует на компьютеры, средства связи и технологические ситуации. Поэтому в этот период могут происходить компьютерные какие-то сбои и случаться проблемы со связью. Ну, конечно же, и что же можно делать в ретроградный Меркурий? Этот период отлично подходит для того, чтобы завершить уже начатые проекты, особенно те, которые были отложены вами прежде, а также освежить, например, память по предмету, который вы уже изучили. Также этот период подходит для того, чтобы навести порядок как в доме, так и на работе. Если вы, у вас есть свое рабочее место, обязательно наведите порядок и на своем рабочем месте. Немного нужно будет больше осмотрительности и внимания, потому что вы сможете тогда в таком случае провести время прекрасно во время ретроградного Меркурия. Ну еще, конечно, друзья, наведите порядок в голове. Период ретроградности Меркурия – это прекрасное время, чтобы пересмотреть свои жизненные ценности и наметить новые цели. И вы знаете, в этот период очень часто, в период ретроградного Меркурия, возвращаются бывшие не только из личной жизни, но и люди, с которыми вы давно не общались. Поэтому, пожалуйста, будьте осмотрительны, будьте внимательны и не думайте о том, что в этот период что-то может у вас кардинально измениться в жизни. Маловероятно, но все же. Ну а мы вам всем, друзья, желаем удачи и будьте внимательны, пожалуйста, в этот период с 30 января до 21 февраля 2021 года. Обязательно берегите себя, будьте здоровы!